Dear colleagues, let me congratulate you with 28th birthday of KPMG in Kazakhstan. During this period of time, we created a strong base, and we are moving further together with our loyal clients. And during this period of time, we completed a number of very important projects for our country and for our community. Thank you very much and happy birthday. За это время наша налоговая и юридическая практика выросла в 30 раз и стала сильной и успешной командой профессионалов. Суммарный опыт наших экспертов превышает 100 лет. И за многие годы мы помогли тысячам наших клиентов решить сложные задачи и достичь поставленной цели. Впереди у нас еще много ярких достижений. Құрметті достар, әріптестер! Қазақстанда KPMG өз қызметін 1996 жылы аудит департаментінен бастады. Өткен 28 жыл бойы аудит департаментінің табысы үнемі өсіп, 2023 жылы 5,7 миллиард теңге құрады. Барлықтарыңызға осы үлкен жетістікке үлес қосқандарыңызға алғысымды білдіре отырып, Қазақстандағы KPMG-дің туған күнімен құттықтаймын. Департамент консалтинга в Казахстане был создан в 2008 году, и я рад, что за это время у нас получилось вырастить и трансформировать наш департамент в полноценную консалтинговую практику. И за эти года наша команда реализовала сотни проектов, связанных с трансформацией бизнеса, с реформированием различных секторов экономики. Я считаю, мы внесли значительный вклад в развитие корпоративного управления и цифровизации нашей страны. История Deal Advisory в Казахстане берет начало в 2006 году. С того момента мы сопроводили более 500 сделок. Мы и дальше планируем оставаться командой номер один в регионе за счет углубления секторальной экспертизы и инвестиций в наших людей. Hello everyone. I would like to congratulate everyone in Caspian with the Kazakh firm's 28th year's jubilee. It has been an amazing journey, and if I should summarize it, I would call it quality growth. KPMG – ведущий работодатель Казахстана. Сейчас в команде почти 900 профессионалов, и 89% из них гордятся тем, что работают в KPMG.